И начнем выпуск с новостей из Цунтинского района. Там этой ночью произошел крупный пожар. На этих кадрах, присланных очевидцем из села Цунта, видны масштабы случившегося. По словам местных жителей, сгорело здание управления социальной защиты населения района. Причины возгорания пока не установлены. Отмечу, что здание было деревянным. Это способствовало быстрому распространению огня. Однако пожарным и местным жителям удалось своевременно локализовать возгорание.